1979 год, а на экране – 1958. Советский режиссер Меньшов сделал на «Мосфильме» оскароносный фильм сразу о трех залужках. Может, не все они были сиротками, но три подруги приехали в Москву ковать свое счастье. И наковали. Подобных фильмов советский кинематограф пережил много. Достаточно вспомнить «Светлый путь», «Девушку без адреса» и «Карнавал». Уж если и присвоить кому-то «Оскар», так это Шарлю Перро. Но, к сожалению, премии за бессмертный сценарий пока не существует. В 1958 году просто так приехать в Москву и жить на дядиной квартире, а потом устроиться на работу было невозможно. Для этого существовала так называемая прописка. А стать москвичкой можно было, выйдя замуж за москвича с пропиской. Но московские мальчики были болванами. Вот в этом, собственно, и состоит весь оскароносный фильм. Но люди ехали в Москву из провинции, потому что в это время Москва строилась и существовал лимит прописки. Это прописка, которую человек имел до тех пор, пока работал на стройке или на другом предприятии, наделенном подобной привилегией. Князями, но не они, а ясени, без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листу оденется.